Війна забрала в неї найдорожче, проте вона знайшла в собі сили, аби жити далі і продовжувати створювати свій цікавий контент. Більше того, вона заряджає людей позитивом. Це Таня Галушка, мама загиблого героя Богдана Галушки, який загинув у вересні на Миколаївщині. І сьогодні ми почуємо її історію. Танечка, не можу не почати з важкого для тебе питання, розумію. Хочу запитати про Богдана. Яким він був? Лучезарний ребенок. Он так любил жизнь, жизнь любила его, насколько он был целеустремленный, за справедливость всегда он. Вечно с девчонок защищал, в каких-то драках постоянно участвовал, потому что девочек обижали. Душа компании, это однозначно, да, он всегда был лидером, он был лидером и в спорте спортсмен был. Баскетбол, волейбол, гандбол. Гандбол, конечно, старшие команды его приглашали всегда на соревнования. А он же не мог быть спортсменом, потому что у него же зрение, а, астигматизм с детства. Не мог он стать спортсменом, а хотел ужасно. Ему вот это, а, меня старшаки позвали, а, я еду там, в Кировоград, в Знаменку. Там. ну, как бы выигрывали, побеждали. Такой лидер, лидер. Хотілося йому все время уваги. коли він прийняв рішення йти служити август 20-го року. Він пішов служити по контракту. Як ти сприйняла цю новину і чи не намагалася ти його відмовити йти служити? Був вибір між вищим образованием, піти в університет, в інститут, а піти служити. Ми вибрали піти служити. Вот такое вот было решение. Как я отреагировала? Ну, я поддерживаю его во всех начинаниях. Это его выбор. Всем детям я всегда даю выбор. А потому я с ними больше как подруга, чем мать. А, и они мне доверяют все свои секреты. Ну, я его поддержала однозначно. А где сам он служил? 59-я бригада, воинская часть, место Гайсен. А можешь вспомнить тот день, когда ты получила эту страшную звездку? Да, конечно. Это был вечер. Это был вечер 8 числа, 8 сентября. Мне написала его девушка и сказала, Таня, ищут номер твоей карты. И я понимаю, у меня был прямой эфир, я выключаю эфир и я понимаю, что беда, потому что если скидывают все пацаны деньги мне на карту, значит будет, ну, значит какая-то беда, они, а они уже неделю находятся на заданиях. А, я говорю кар, ну как бы, она говорит подожди, подожди, не карта, номер телефона ищет твой командир Боди, ищет э, номер твоего телефона как бы, ну, уже дали мой, ну, я, я жду, и вечер, весь вечер я жду от него звонка, я ему не звоню, я не пишу ему, хотя у меня есть его номер телефона, а с самых первых дней, как только они были в, в Бахмуте в 2020 году, у меня уже был его номер телефона командира, я ему не пишу, не звоню, я жду. Я жду вечер, я себе не нахожу места, я понимаю, ну, и, и как бы, я еще ему не набираю, только из-за того, чтобы... Не дай бог ничего не услышать. Вот этот страх, услышать что-то страшное, я не, не, не писала ему. Я ночь не сплю, утром уже мама, мама мне звонит, говорит, Тань, говорит, набери командира. Набирай командира, что ты ждешь? А я не могу найти себе силы, не могу найти в себе силы ему напис ну позвонить. Я ему пишу сообщение, я ему пишу все сообщение, я мама Галушка Богдана, до этого мы никогда с ним не общались. Я мама Галушка Богдана, вы искали меня. А и он меня набирает. А и он говорит, ну, как бы я ему еще раз повторяю, он говорит, я не знаю, что вам сказать. Я, а, я говорю, он погиб? Он говорит, да, погиб. Я говорю, вы его забрали? Он говорит, забрали. Я говорю, спасибо вам. Я ему до последней секунды, и сейчас, я с ним встречалась 1 января, он приезжал. Я ему благодарна, что они его забрали. Потому что многие аж пацаны там остаются. Многих не забирают, многие без вести пропавших. Возможно, история э, потеря брата, что мы не можем его до сих пор найти с августа месяца. Возможно, э, это и повлияло именно вот э, потеря брата на вот эту ну как бы горе с Бодей, что я вот так вот это среагировала и что я так себя на сейчас как бы веду, да, сильной такой, потому что я могу поехать к нему, я могу с ним поговорить, я знаю, я его видела, это ну мой ребенок, я с ним прощалась, когда его привезли, потому что многие там говорят как бы типа, а это точно был Боди, ты точно уверен? Конечно уверен, а мой ребеночек целовала его на прощание. То, ну вот так вот я сказала командиру. Спасибо вам. Спасибо, что ви его забрали. То, что решил так Бог, ну, мне только с этим смириться. Мы уже повлиять не можем на ситуацию. Насколько мне wiadomo, ти зараз створила петицію щодо присвоєння Богдану звання героя. Це так? Да, предложила мне, а, как бы знакомая говорит: "Таня, давай попробуем", говорит: "На многих пацанов подают, давай подадим на Бодю". Я как бы не сильно в это, ну, там, ну Ну, вірю, там, вірила, ну, неважно. Ну, кажу, давай спробуємо. Как бы, Звісно, герой. герой. Захищали сіла, а з установки, розбито. Звісно, так, герой. Для мене він взагалі герой. Тачка, я щиро захоплююся тобою, особливо такою твоєю якістю поєднання стійкості і жіночності. От Де ти береш собі сили? чтобы быть сама вот такой, как ты есть. Я беру ее, конечно, от своих подписчиков. Однозначно. Да, они дарят мне свою энергию, а я отдаю им в сто раз больше. Потому что их много, а я одна. И они меня напитывают, и я им потом и отдаю э, взамен эту любовь и ну вот такую вот доброту, эмоции. Зараз ты бы тысячи подписчиков в разных соцмережах. А ты помнишь, когда ты впервые створила свой первый контент? ТикТоке у меня самая большая подписчиков, это 900 тысяч на сейчас, 905 тысяч, почти миллион. А, расскажу, с Бодей там тоже как бы все связано. А, в тикток меня привел Бодя. Да, а, он, я как бы увидела, что они там что-то хихикают сутками на, на, это, в телефонах. Я говорю, ну что, покажи. И он мне показывает пару видео, Говорю, о, и я хочу. Я себе устанавливаю тикток а, и залипаю в нем на сутки. Просто сутки я с него не выходила. Я листала, листала, смеешься, смотришь. Интересно, занимательно, затягивающе. А, и я создаю свой аккаунт. А да, подписывается трое моих детей и мама. <down -уб offenders> Первых четыре подписчика, трое детей и мама. Я начинаю снимать свою кошку. Да, у меня уже была Мерлиша, она была еще, ну, такая месяцев, может, пять ей было. Я начинаю ее снимать. Да, это было первое видео именно с Мерлишей. Ну и, конечно же, вы поставили лайк, вы поставили лайк всем детям, там, маме, поставьте лайк, там мамы заняты, поставьте, зайдите лайк, и потом занимайтесь своим делам. Вот так мы продвигали э, мой ТикТок. Наша мечта общая, э, семейная. Я помню, когда 30 августа Бодя звонит, говорит, мама, у тебя скоро миллион подписчиков. Да говорю, ты что, еще вообще не скоро? Еще вообще не скоро, еще работать и работать как бы. Он говорит, мама, говорит, скоро миллион, мы его все ждем. А говорит, на твое день рождения, 7 января, у тебя будет уже миллион подписчиков. Говорит, я сделаю тебе праздник, жди этот праздник. А когда я с Бодей прощалась, я ему сказала, Бодя, говорю, на твое день рождения я сделаю миллион подписчиков. Но потом нас заблокировали на полтора месяца, и это было потерянное время. Не получилось ни на Боде на день рождения, как бы, этот миллион. Потому в любом случае, Бодя, я отпраздную миллион наших подписчиков именно с тобой. А звидки ты берешь темы для своих дописей? Контент приходит сам у меня все истории я просто как ну как жизнь блогера это телефон это телефон 24 на 7 в руках а, потому я снимаю все подряд а как уже монтировать о там уже я подбираю там ага вот это сегодня такая тема там завтра такая иногда я просыпаюсь там среди ночи хочу это снять вот так ну я мыслю, вот на 2 три года я уже в тиктоке я вот три года я все время думаю, что такое снятие, чтобы интересно было людям. Я задаю им вопросы, чтобы вам было интересно. Они мне подсказывают, скидывают идеи. Танечка, а еще ты можешь порадовать этим мамам, сестрам, дружинам, которые тоже зараз живут с таким горем, как и в тебе. Мне многие мамы пишут, и они мне со словами благодарности, они мне говорят, тань говорит, спасибо твоему, твоим видео, говорит, спасибо, спасибо твоим роликам, что ты показываешь себя, свою жизнь. Я смотрю, и мне э, э, проще, ну не проще, наверное. А, э, лучше справиться с, со своим горем они делятся со мной своими историями мы с ними общаемся кто-то звонит по телефону кто-то просто пишет а, потому а, я всегда поддерживаю матерей потому что горе у нас единое наши дети мужья братья да а, а, с этим горем ну, нужно как-то дальше жить находить в себе силы обязательно. Они же смотрят на нас, вы понимаете? Они смотрят на нас и они гордятся нами. А если мы закроемся, оденем черные платки и сядем в углу, будем плакать, э они будут только там, им будет от этого хуже. А потому что они будут смотреть, и они не смогут успокоиться. Их, не, их души э никогда не успокоятся, когда они будут нас видеть вот такие убитые горем. Живите! Живите! Только вопреки всему і благодаря їм, тому що они отдали свою жизнь, Ну, щоб ми жили. Же. Правильно, тачка, я щиро вдячна тобі за таку відверту э, бесіду. Бажаю тобі мільйона підписників. <гум> і щоб обов'язково нашому Богдану, нашому герою, присвоїли звання Героя України. Дякую тобі. Амінь. Хай буде так. Дякую. спасіба, женчика.